Презентация двух новых книг кировских авторов прошла в музейно-выставочном центре кировского филиала акционерного общества «Апатит». Литературный справочник и книгу об истории снежной метеорологической службы увидела и наша съемочная группа. Оба издания выпущены при финансовой поддержке акционерного общества «Апатит» в рамках конкурса «Проблемы города решаем вместе». Идея справочника «Литературные хибины» возникла у автора Евгения Шталя давно. Он хотел собрать воедино все имена писателей, писавших или даже вскользь упоминавших хибины. Энциклопедия охватила 180 лет и вместила 1270 справок об известных авторах и тех, кого не помнят. А люди были, и мне хотелось, чтобы эти люди, так сказать, не канули в вечность, а остались в памяти людей. Вот. И тем более читательские запросы нужно было удовлетворять. Эта книга будет интересна не только краеведам и литературоведам. Все, кто любит свою малую родину, найдут в ней немало любопытных фактов. Книга Василия Тимофеева «Снежно-метеорологическая служба Хибин» или СМС отчасти биографична, но главных героев много. Они сменяют друг друга за несколько десятков лет истории. Цель моя была оставить память о людях, которые работали со мной. Уникальные воспоминания, фотографии и письма представляют огромную ценность. Вклад Василия Тимофеева в историю родного края не остался незамеченным и за его пределами. Его книга «СМС» уже была отмечена в номинации «Духовное наследие» Национальной премии гражданской инициативы. Обе книги теперь попадут в библиотеки Мурманской области. Экземпляр истории снежной службы мог взять каждый гость презентации. Это сохранение и развитие культурного наследия. Это память о спецпереселенцах, о тех людях, которые основали наш город, которые работали во благо нашего города. И очень хочется, чтобы подрастающее поколение ценили труд наших земляков и знали об этом.